Так, привет, мои дорогие друзья, Спанчоп, мы не будем играть. Это просто обзор этой игры. Я эту игру буду проходить, когда пройду Surgeon Simulator, который выпадет уже очень скоро, и мы будем играть именно вот в эту игру. Единственное, что мне пришлось сделать, это брать мои смайки. Вот этот. Из-за этого у меня не запускалась эта игра, но если она запустилась, и лучше мне нормально поиграть. Так что... Так как я играю, вы знаете во что, мы играем Sniper Elite, да, конечно, я буду играть со мной, но потому что это пока что еще обзор, а когда будем играть на нормальном, я, может быть, не 100%, может быть, выберу нормальный, но может быть и нет, неважно. Вот игру купил сегодня по снайке. Нет, не зависло, все нормально, я подумал, что все зависло. Макс, мы так не будем сразу на чем-то enter the bag. This is as far as we go. Keller, you and your men follow the river to the shoreline beneath the radar installation. Me and Anderson will cut off any support that might crash the party. We'll rendezvous there. Will do. Good hunting. Мне игра немного лагает. Да нет, немного. Еще как лагает? 10 FPS. Тихо, так, пожалуйста, играем. Ну, игра немного у меня лагает. Просто немного, сильно даже лагает, можно так сказать, потому что у меня 15-14 FPS, так что скоро может игра сильно залагать, что я очень сильно не надеюсь и очень не хочу. Weapons cold. Contact one soldier. On my mark. Не смогу попасть в него. Слишком... Ready. Ready. Да шут! Бум. Headshot. It's his turn. How's he doing? Cole, check your thermal. Ну, воу. И что не так? Я пошел-ка. Куда? Могу что делать? Друг! Go for it. Я понимаю. Ладно, хорошо, я это сделал. Дальше. Okay, let's move. Careful. Let's sync up. Right one's mine. Get ready. Three. Two. Stop. Okay. Fuck, that was close. There's too many. We need to dodge them. Move on my go, but keep your head down. Follow me. Okay, пошли. Открыть охоты. Дай это снять. Ну, скучно, в принципе, с самого начала, только за ним, что делаем, только идем. Я ожидал немного больше от начала. Ну, ничего страшного. Мы просто идем. И все, это все, что мы делаем пока что. They're coming this way. Stay still. О боже мой, только не разговоры, не только нормальные. Дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит.
You hear that? What American are they talking about? I haven't the faintest idea, but let's worry about that later. We've got bigger fish to fry. Okay, let's move. Careful. Скорее всего, нет. Босс отдал какой-то много бог видно, да? Теперь все носится, как ужаленные. Что-то явно происходит. Голову не высовывают. У меня очень мало FPS, повторюсь. Поэтому игра может немного лагать. Я супер по графике, как в Кразисе 3. В которую я играл, но отсплей не собираюсь, конечно, что делать. Можно выстрелить сейчас просто в них. Anderson, follow my lead. Так, подожди секунду, я хочу... Так, ребята, я вернулся. Нажимаем. Бегу. Я подозреваюсь ко мне компьютер. Теперь она должна быть слышно получше, верно? Может, сейчас вообще громко, но я не знаю, просто выйду в компьютер подозреваю. Get the nearest one. Leave the other to me. Блин, хочу. Ну, только не меня. Копим... А, нет, он уже убил его. Потом графику уменьшу. Не тогда я сделал, чтобы было получше, не надо. Это центральный стрип в ленд. Мы должны играть это осторожно. Стой, я коллажу твои шансы. Really. Heads up, Tango advancing in our direction. Take the belay there. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know. Let's wait him out. Что он имеет в виду? Что случилось? Почему ты тут остановился? Чёртов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Как это назвать? Подожди. Все субтитры английские и так далее, но они говорят по-русски. Мне так не кажется, нет? Пойду посмотрю, может, в кузове есть. Так он в кузове. Stay calm, don't shoot yet. Блин, они русские. Блин, они русские, они могут по-русски говорить. That was close. Boat's clear. Shoot his brains out before he gets back. Окей, иди сюда. Ага, они говорят, его надо убить. Окей, сейчас мы его убьем. Окей, значит, вот нас снайперская винтовка, да, ДТ, сейчас будет хэдшот. Окей, guy on the pier is alone. Weapons free. Окей. Вау. Don't tangle by the campfire's mobile. Clear, take the shot. Окей, наверное, промахнул. On the left. Let's take him, same time. У меня криворукий. А, ничего не видно. Простите, сейчас придвинусь. Тыкнул. Блин, надо вот встать. Ничего не видно. Блин, уже так лагает, играть невозможно, снимать тоже. Тихо, все. Да, замедлить время. Good work, come on. Razor 3-1, give me a sit rep. This is 3-1. Encountering minimum resistance throughout the West River bank. Our ETA at the rendezvous is on target, over. Copy that, 3-1. Steady as she goes, Keller. Hoorah! Я молчу, все, что я могу делать. Аптечка. Stay low. Stop. Их лагерь. Those two on the ledge won't let us slip unnoticed. Target the tango on the right. All of me.
at the other. Окей, я не хочу, чтобы зовут этого. Один, два, три. Follow me. Я тут за тобой, друг. Сейчас мы все очень хорошо, что я. Hold your fire. Let's wait. Как мы будем так делать? Все, я умер. Миссия фейлит. Ну что, начнем? This is 3-1. Encountering minimum resistance throughout the West River Bank. А, я выключил. Окей, ребят, продолжаем. Я уменьшил гамму. Не гамма, а кое-что другое. Ну да, гамму, но перелагать так не будет, как полагала. Так что теперь у нас все будет нормально. Ну, как может, немного будет, но уже поменьше, ребят, гамма вещей. Хотя, за что... И смотря на то, что FPS у нас на 13, лагать уже так сильно не будет. Что тут потребуется? Under the pier. Если эта игра только про стелс, то я не знаю. Stay low. Я только стелс не буду, я буду немного и не стелсить, потому что стелс у меня получается бредово. Как бы так вам сказать. Don't engage. Поэтому... Партнер — это самое лучшее в этой игрушке. Okay, let's move. Careful. Okay. Блин, а я русский, мы английский. Ну, класс, просто мы русских убиваем. Ассасину бы это не понравилось. А, да! Ребят, забыл сказать плохие новости. Короче, Ассасин уехал на месяц на море, так что его не будет месяц. И все, очень плохо, ребят, хочу вам сказать. Так что... Так что буду снимать без снимать. Снимать пока что без него. Тут. Да не пасхалка никакая, нет? Вдруг это пасхалка сейчас нашел. Это нормально. Я твоя сука. Ну шо? Что случилось? Окей, let's move. Careful. Заменял этого ленивого сосранца, Дмитрий. Окей, let's move, careful. Там люди. Какое careful? Ладно. Что ты имеешь в виду? Enemy forward. Take him out quietly. Roger. Привет! Готовься к смерти! Доктора говорят, ногу, наверное, придется отрезать. Но это все равно, что помереть. Так что он решил ничего не трогать и посмотреть. Может, само... Не умею стелсы, Ира. То, что не умею стелсить, нормально. Я бы только обычные шутеры без стелса. Пью. Зачем эти стелсы? Ну, конечно, не убейте их. Наверное, тут есть какие-то любите. Например, ассасин. Он же, кажется, любит стелсы. Но я другой. Я не убью их. Эти стелсы. Это трудно очень. Это не мое. Мои обычные шутеры, но... Civilian sports playing very old design. Looks unstable. Хочу вам сказать, что игра будет после Surgeon's Wider. Хочу вам сказать пока, с вами господи, подпись на канал, все, пока. Ладно, пошутил, это не конец. Он уже будет скоро, как я понимаю, потому что эти уровни кончат через... несколько минут. Let's finish this quick and pack up. Let's have a look. Weapons cold for now. Уже какой-то Far Cry, если честно. There is. Цепь помечаем. Camp's right side is a no-go. Too much exposure in the water, we get shredded to pieces. Left, however, is a different story.
I think we can thin them out if we play our cards right. Shoot on my command, we need to be very precise here. First things first, check the two on the sand bank fixing the boat. Take out the one by the engine first. Мне нужно немного поиграть. Все. Now tag the second one. Не так хотела бы. Что? Чего это мозг? Sniper in the highest house. He's number one priority. Shot. Eyes on left side. One guy's circling that building like a vulture. Wait till he ducks behind the left wall. Так, сделал, успел. Попал? Two soldiers idling about the house. See them? I see him. Shoot that radio in the niche right side of the house. Should distract them. Get him now. Now tag the second one. Так, зарядимся. Ух ты, мигрение. Снайпер Эйд. Ну что, будет мигрение? То есть рентген? Не, рентгена не было. Oh, no! Jesus. Come on, we need to disappear. They're gonna investigate. Еще чуточку играем, ребята, это уже долго видео. А может это 10 минут и не хочу делать видео. Что? Это эти противники последние, кого я убью. Потом я закончу. Этот старый кусок металлолома наконец упал с утеса. Квадрате чисто. Это не русские. Слушай, русские слова в английской игре. Как это допустим? Ну, собственно, игра была русская, а не только эти парни. Как же меня радует, что они могут по-русски говорить. Сняли. Нет, что там живут, там тут еще живой. Ладно. Мне кажется, мы зашли от сюжета. Мы еще должны умереть. Да, мы умерли. Ау, моя нога. Тоже их они в руки и себя бьют. Так, уже все, сейчас мы где-нибудь очень далеко дойдем. Да, мы зашли от меня сюда. Что? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, с вами был Спанч Боб. Это был прохождение игры Sniper Elite Ghost Warrior 2. Не прохождение, а обзор. Говорю, прохождение. Повторюсь еще раз, третий раз, последний раз, что эта игра у меня будет после Surgeon Simulator. Я уже, конечно, сказал всем пока, но не сказал никому пока. Да. Ну нет, сейчас я закончу. Этот старый кусок металлолома наконец упал. Да блин, мазё. Куда поехал? Ладно, всё. Всем пока.
Oh,